Колеса стравил до 0,8. Датчики давления показывают то же самое, что и было до стравливания. Как оно работает, не знаю. Сейчас посмотрим. Должен проехаться. И данные должны обновиться. По километра, пару минут. Давление до сих пор стоит 2,3. Чё за нафиг? Ладно, едем дальше. Вот так вот, что случись. Я же купил датчики давления для того, чтобы, если вдруг у меня давление упало, чтобы я про это сразу же узнал и остановился. А тут можно проехать не один километр, резину зажует, прежде чем я пойму и увижу на панели, что одно колесо начало, один датчик начал показывать правду. Ждем этого же и от остальных. Ну где? Где? Так. Во. Пропищало, что давление ниже какого-то значения. Не знаю, какое, я так и не понял, как выставлять пороговые низ вверх по давлению. Получается уже 3. Меньше единицы получается, он показывает. Так, опять запищало, теперь моргает уже оба колеса задних. Точнее, даже все 3. То есть больше единицы уставка стоит по минимуму. А вот и 4-е колесо начало показывать 0,9. Все. Медленно, медленно на самом деле идет изменение. Хотелось бы, чтобы секунд за 10 данные обновились. Ну, что есть, то есть. Так что те, кто собирается покупать такие датчики, имейте это в виду.